Всем доброе утро. Пятница, 7 утра. Пригнал я на карпончик. Карпончик такой интересный, конечно. Здесь водится сом, так что очень бы хотелось и сама поймать сегодня. Но как повезет, так повезет. Небольшое озеро, очень много рыбаков с утра. Да, наехало машин 20, наверное, сейчас все люди бегут, прямо занимают места сначала. Тоже, когда нет места. За мной шумит джакузи. Это воздух поступает в озеро, для того, чтобы рыбы себя комфортно чувствовали. Ну что, солнышко обещали только на пару часов, не знаю, как на самом деле получится. Температура плюс 18. Хорошая температура. Давление в порядке. Рыбка плескается небольшая. Ну что, будем закидывать? Ну что, три удочки расставил. Левая на сквида под деревом. Слева вот здесь, где как раз джакузи работает. Справа тоже под кустом поставил вторую удочку на халибут палец 22 мм. Центральную закинул на точку с пивей баксом. Маленький желтенький попапчик со вкусом свиткорна. Ну что, первые поклевки уже слышно. Много людей, кто-то уже по карпу дает. А мы ждем большую рыбу, мы ждем сама. Немножко о озере. Озеро называется Slow House Lake. Находится оно в Обминстере, здесь недалеко от меня. Довольно-таки закрытое озеро. Одна дорога приводит нас к полю, и вокруг поля сделано озеро. Стоимость рыбалки здесь. Две удочки 15 фунтов, три удочки 20 фунтов. Рыбалка разрешена только с 7 утра до 7 вечера, так что только ловим дневное время. Солнце светит, обещали пару часов, после 10 должно пропасть. Не знаю, хорошо, неплохо. Ждем первую поклевку. Не успел с утра покушать, так что придется. Здесь, кстати, удобно, столик стоит. Ну все, вроде шоколадочка. Кто-то полетел уже с утра пораньше. Рыба не плескается. Не знаю, хороший, значит, не хороший. Идем. Первая поклевка протянула метр, наверное, может быть, пол. Бросила. Может, укололся? Неизвестно. Подождем, не буду таскать. Немножко тут кормим свеженькими. Крали будет бойлерами 15-миллиметровыми. Будем держать все, чтобы он убежал. Насрал. Да, надо будет убрать. Есть такие рыбаки. Сроки. Кто-то есть. Так, кого-то я подсек. Поймал. Так, будем бороться. Наконец-то поклевочка. Не ходи туда. Кто пошел, конечно. Давай.
После долгожданных приключений вот такой вот карпик он взял. Прикольно. Сейчас весим его, посмотрим. Клюнул на зик. Отлично боролся. Очень сильная рыба. Посмотрим, сколько он весит сейчас. Новый рекорд по карпику. 6,5 килограмм. Зеркальный карпик. Очень сильно боролся. Зацепил его за жабры. Почему он так долго выходил? Отлично, продолжаем. Только что перекинул зик и карпика. Поймал карпика. А тут думаю, сальчок вообще. А и ушел. Это большое. Так, катушка хорошо отрабатывает. Наводит муть там. Малек весь разбегается. Стоит на месте, может прилипнуть, хочет к илу. Жулик. Я вообще не видел это чудовище. 20 минут уже. Таскаю. Офигеть. О, что, сколько силы. Стой, давай, бегим к лозу. Yes! It's a monster, isn't it? Yep, that's the monster. That's about 15 kg, maybe? No, more than that. More than? Well, it could be. I don't know. Как и обещал с утра, пришел я за этим красавцем, отдай ему сетку, 37 паунд, это примерно 18,5 килограмм, сейчас я даже не понял, не знаю, смогу ли я поднять его, такой скользкий жулик,
Найс. Сейчас пойдет обратно в свою стихию. Андрей, скажи. Подводим итоги сегодняшней рыбалочки. Два рекорда. Один по карпу, второй рекорд. Поймал сама, которого ни разу не ловил. И сразу какого? 17,5 килограммов. Три схода еще. Были поклевочки. Надо делать работу над ошибками и приезжать снова. We'll be right back.